Вообще уже жарко. Солнце печет, а ветерок такой прохладненький немножко. Здесь мало ветерка. Мы сейчас ищем почту, да? Да, мы не ищем, мы она. Ну, мы в смысле там идем на почту, чтобы посмотреть там флажок. Так, это магазин пока еще. Вкусняшки, да, будем смотреть? Это Эдельвейс. Это вот баня общественная. Пикас. Какие? Где-то тут должна быть почта. Мало похоже, что тут что-то работает. На почте флажков тоже нет. Жалко. Меня все отправляют на рынок, но я что-то вчера там не видела никаких флажков. Что не знаю, наверное, я не найду его. В холодильнике ничего не будет. Не знаю. Где ты ее наелся? Ну, вот такие чашки мы брали. Вот, носки купили шерстяные. Мы весь базар просили, нигде нету этих флажков. Не додумались они их делать и продавать туристам. Туристы от этого страдают. Не, давай ты ко мне не будешь подходить. Вот носочки купили. Вот эти Михалычу с долларами. А эти мне сиреневые. Ой, что ты фон такой мне создаешь? Ну? Не прошло и полдня, как мы решили пойти купаться. Я не буду фотик с собой брать. У меня какая шляпа. Какая шляпа. Все, пошли купаться. Без фотика, да, пойдем? Без фотика. Не будем брать. Я не взяла фотоаппарат, не взяла камеру, но взяла телефон. Сейчас мы хотели маме позвонить, а мама что-то на работе занята и не может сейчас разговаривать. В общем, мы идем на пляж, тут уже солнце вовсю печет. Спину. Купаться сейчас будем и загорать. Я буду купаться. Ага. Опять на пляже много народу. Даже больше, чем вчера, да? А это, говорит, волна небольшая. Да это скутер только что проехал. На пляже народу сегодня очень много. Сейчас без 15:05, да? О, березка. Народу много, больше, чем вчера, по-моему. Все загорают, купаются. Мы сейчас тоже будем купаться и загорать. Воздушный шар.
берег все время разный. Завтра, может, берег, говорю, разный, всегда такой красивый, как солнце, вот, или тучки, все время разные цвета, разный окрас такой, ну, тот противоположный берег, все время разный. Красивый. Вот еще туча идет. По-моему, я подгорела. Спинка что-то как-то чешется. Солнце печет. Вот с пляжа только ушли, и солнце начало печь сильно. Мы решили пойти опять на базар, какие-нибудь сувенирчики купить. Самовар. Мы не жмухи, цикатухи. В общем, погулять маленько. Сейчас уже 8 вечера. А потом мы пойдем жарить курицу. И арбуз есть. Вот открыли тут еще. Было закрыто только что. Сделала покупочки. Купила 2 чая и коврик загорательный себе. Сейчас покажу, дома разверну. В общем, вот мои сегодняшние покупочки. Это вот чай, вот такой хозяин тайги. Сибирский чай. Из дикоросов тайги. И вот я его взяла в 2 количествах. Один себе, а второй в подарок, в поездку. И вот такой вот пляжный коврик. Я что-то долго думала, брать не брать, а потом решила взять. Вот у Михалыча такой же, он весь продранный. Он раскладывается. Это одноместный коврик. Коврик мне за 200 рублей продали. Чай по 150 рублей. И мы сейчас будем жарить рыбу, курицу и есть арбуз. Все еще уже вечер, часов нам 9 вечера, и все еще жарко. В квартире вообще душно. Ну, потому что видите, днем это дождик был. Так, вот мы теперь курочку жарим на мангале. Какой, однако, тут плохой интернет мобильный. У меня МТС и практически ничего не ловит. Чтобы выложить там в Инстаграм или в Твиттер какую-то новость, это паришься и ничего не получается. Ой, фокус потерялся. В общем, паришься, что такое, и ничего не получается. Да, тебе, похоже, камера снимает фигово. В общем, интернет тут бяка. МТС мобильный бяка. Вчера. Один раз ехал отсюда. Ой, это вообще. Гаишник едет и где-то. Что, выкладывать или? Ну, или ты сам ложку положишь? Или. Мы тут с соседями дружим. Сейчас у нас будет сабантуйчик. Мы нажарили шашлыков, мясо, рыбы. И будем сейчас посиделочку такую вечернюю устраивать. Уже. Вот, Володя. Горят. А вы что здесь? А ступа. Так, знаете что? Да вообще, мне чуть-чуть. Я пью в один глоток. Всегда. Я не могу пить в 2 глотка.
Мне вот надо вообще, вот я его, как раз мне на 4 глотка хватит. Ну, да, Володя. Ну надо же, но... Другому Володе да, отдай. Доча! Мягкое какое. Где мясо специально бери? Подольше. Подальше. Ну, отсадим.